Я знаю, что кто-то и где-то придумал еврейские гетто. Мы выходцы из зоны Евфрата, где жили евреи когда-то. Нас звали тогда иудеи, потом называли евреи, а позже назвали жидами и больно пинали ногами. Себе мы копали могилы под музыку Хава Нагилы, и отовсюду нас гнали за то, что кого-то распяли. За нас получали награды те, кто нас бил без пощады, и нас награждали порою шестиконечной звездою. И снова все те же идеи: во всем виноваты евреи. И чтоб себя чем-то занять, они создали общество, память евреи. Не ждите мессию, уже память спасает Россию. Политики из подворотни готовят вновь черные сотни и ищут опять виноватых. И все среди тех же пархатах. Уж очень традиции стойки, даже в разгар перестройки. Не знали евреи покоя от культа личности и от застоя. Теперь поставляют кредиты из памяти антисемиты. Я вырос на улочках узких, среди украинцев и русских, и с ними делил кусок хлеба, и с ними взлетал я до неба. И им говорил я, что где-то хотят закрыть меня в гетто. Они отвечали мне с грустью: до этого мы не допустим.